Сломанную канализацию не чинят больше года. В редакцию СТВ обратилась Альфия Минишина. В ее доме на улице Уфимской подвал заполнен стоками, а от сырости в квартирах образовалась плесень. Как говорит женщина, звонки и личные визиты в управляющую компанию отклика не находят. В подвале постоянно блохи, мухи летают и стоит зловонный запах. Проблемы с канализацией в небольшом двухэтажном доме начались с 2007 года, рассказывает Альфия Минишина. Труба постоянно забивалась, а год назад ее вообще прорвало, и все содержимое скопилось в подвале. У нас образуется вот такая жижа, которая никогда у нас не высыхает. Она бесконечно годами у нас стоит. Альфия не раз обращалась в управляющую компанию. Главный инженер башиндустрии Александр Мартынов поясняет, в 2014 году дом попал в программу капитального ремонта. По документам региональный оператор поменял трубы водоснабжения и водоотведения. Работа была закрыта по факту. Жильцы дома 23 на Уфимской парируют. В квартирах трубы обновили. А вот канализацию в подвале не починили. И проблема осталась на том же уровне. Засор там, как я понимаю, в колодце происходит. То есть выпуска до первого колодца мы не меняли. То есть, я думаю, это или водоканал должен обслужить, или управляющая компания. Собственники собирают средства на содержание. То есть, я думаю, это рабочий момент, который просто может прочистить там нужно и будет дальше работать. Собственники смогли достучаться до коммунальщиков с помощью редакции СТВ. Подвал просушили и продезинфицировали, сообщают в управляющей компании. Также частично была отремонтирована канализационная труба, добавил главный инженер Александр Мартынов. До конца месяца мусор будет убран. Татьяна Захарова, Андрей Тримаев, Стерлитамак, служба новостей.